Реализация программы переселения из аварийного жилфонда беспрерывно продолжается в столице Южной Якутии. Несмотря на массу объективных причин, по которым возникли задержки, в сроках руководство города держит на жестоком контроле все этапы строительства. Какие результаты приносит данная работа, в нашем следующем материале. Впервые за долгие годы в городе Нерюнгри был построен и введен в эксплуатацию новый 9-этажный дом. Стоит отметить, что микрорайон Сосновый все так же продолжает успешно преображаться и с каждым месяцем принимает все новых жильцов. Еще несколько лет назад эти счастливые новоселы не могли и поверить, что программа переселения все же начнет свою полноценную реализацию и настанет один из таких дней, когда после десятилетий проживания в с трудом терпимых условиях они распахнут двери своих новых, современных и комфортных квартир. Такие моменты сейчас вспоминают сотни нерюнгринцев. И вот очередной из этих дней. Я хочу вам всем пожелать, чтобы ваш дом, ваша квартира была полная чаша, чтобы вы жили дружно, счастливо. Вот уже сегодня вот здесь вот, на этой площадке, давайте знакомиться со всеми. Создаем ТСЖ, выбираем самую лучшую управляющую компанию. На карте Нерюнгри наконец-то после долгих десятилетий появляются новые дома, построенные в соответствии с самыми современными технологиями. На глазах разрастается целый микрорайон. И если ранее вокруг темы развития города Нерюнгри было достаточно скептицизма, то сегодня горожане восхищаются результатами проделанной работы главой города Леонидом Олейник и его командой профессионалов высочайшего класса. Нервы, впечатления очень хорошие. Отлично. Комнаты хорошие, нормальные. Честно говоря, доволен. Я ожидал хужего. Удивлен. Я ожидал, что так будет. Ну, думаю, нормально. Обустраиваться будем. Так. Впереди еще большая стройка. Предстоит построить множество домов, облагородить и озеленить придомовые территории микрорайона, установить во дворах детские игровые и спортивные площадки, скамейки, урны, столбы с уличным освещением, проложить красивые тротуары и многое другое. Поэтому жители Нерюнгри сегодня уже иначе смотрят на реалии, происходящие в их жизни и жизни города. Игорь Акимов, Вадим Барашков, Нерюнгри.